друзья, всем привет! Познакомлю вас немножко с обустройством аэропорта Борисполь в период пандемии. В настоящее время работает только один вход и терминал за моей спиной. Это вход. Проверяются паспорта и билеты. Из билетов и паспортов провожающих лица в зал ожидания не пускают. Также проверяется, высвечивается багаж. Дальше вы попадаете уже непосредственно терминал D аэропорта Борисполь. Здесь предоставляется сервис по упаковке багажа. Это платный сервис. И есть два ряда стоек регистрации. Вот за моей спиной начальный ряд 27, 28. И на противоположной стороне вон там. Там уже следующая очередность специальности. Как узнать, какой стойке регистрации вам необходимо подойти? Все очень просто. Имеется главное табло. Вот оно. Фиолетовое. На нем вы находите номер своего рейса. И там отображается уже стойка регистрации. Сейчас покажу. Как видите, все четко, понятно. Есть время, есть аэропорт прибытия, номер рейса, и вот с этой стороны тут ваши стойки регистрации, где вы можете получить ваш посадочный талон. Также можно провести самостоятельную регистрацию, если вы уже получили посадочный талон при заполнении электронной формы. Если же посадочного у вас нет, то вы подходите к стойке регистрации, предъявляете свой билет, паспорт, сдаете багаж, получаете посадочный талон на ваш рейс. Остается на руках только посадочный паспорт и ваша ручная кладь, с которой вы дальше проходите уже на таможенный и паспортный контроль. Быстрое прохождение. И стандартное. Покажу вам немного зоны ожидания. Часть зоны закрыта из-за карантина. Магазинчики полупустые. Мой гейт вылета D8. Что же у нас есть в duty free и аэропорта Борисполь? Алкоголь меня не интересует абсолютно. Босс. Обмен валют. Victoria's Secret. И часть duty free, куда пытаются попасть каждая девушка. Это косметика и парфюмерия ведущих брендов мировых. Но в этой части аэропорта чуть поживее, с выбором и с наличием покупателей. В зоне ожидания вы найдете массу кафешек, где можно перекусить по цене. Цены международные. Покажу вам цены на кофе. Эспрессо 50, капучино 85. Там находится рукава для посадки на борт. Вот к этому рукаву стыкуется самолет. И по этому коридору
по посадочным талонам пассажир проходит на борт. А вон и красавчики, самолеты стоят. И самое важное, на каждом посадочном талоне есть номер гейта с указанием буквы кодировки и циферки. Вот эти вверху, видите, D10, D16. Это гейт под номером 1016, и в посадочном талоне у каждого отображено, из какого же гейта будет отправляться самолет. Мне нужен будет гейт под номером D8. Это будет в другую сторону. Здесь сдаются посадочные талоны, проверяется еще паспорт перед посадкой на борт. Дальше пассажир уже проходит на борт самолета.